Приветствую вас на канале Asmodee Play. В это прекрасное солнечное утро понедельника мы играем. Так, десантник. Нет, мы уже играем за хищника. За десантника мы прошли. Новая игра, конечно. Хищник. Ага, все, вспомнил. Вот это хищник, да, который с правой стороны. Ну и слева там тоже он на подносе что-то тащит. Мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Ну, а сам-то это биоробот. Кстати, как мы узнали уже, когда играли за десантника, это биоробот. Который, кстати, использует биоробот, который использует боевых биороботов. За десантника мы прошли, мы его остановили. Кстати, мы матку это хищника чужого остановили. Сбоит все, да? Почему? А, ну да, это у нас тоже было, конечно, за десантника. Давай, как звездные врата, нахуй. Ты лучше вверх. Ну ладно, а там-то мы за цели играли, здесь за хищника, поэтому нам можно. За десантника мы, кстати, там собирали еще. Войдите в режим тактического чего-то. Ва, хищник, смотрите, это вот хищник, чужой, твою мать. Смотрите, в каких позах изображен. И это как бы его голова там была. А вот и я. Так. Испытание начинается. Младший, готовься. Так, истинный охотник, всегда оценивать окрестности, прежде чем начать охоту. Когда ты будешь готов приступать к испытанию, посмотри в сторону воинов. Опа, исчезли. Исчезли. Так, чтобы приступить к испытаниям, смотрите на трех воинов. Твою мать. Да что ж, начнется охота, так. Надо на английский перевести, иначе он двигаться не будет. Ящеры, достойные противники. Им не ведом страх, сомнений и жалоб. Так, вот все. Так, для перемещения используйте. Данные маршруты обновлены. Так, вы можете блокировать быструю атаку противника, парировав ее. Вот так вот. Вот так. Парировали, так. Так, хищников мы пока... Вот, шип. Yeah.
Два. Об колено я сломал его. Е-захват. Ну, прекрасно. Индикатор основного дисплея отображает всю необходимую для успешной охоты информацию. Нижний правый индикатор показывает состояние здоровья. Здоровье восстанавливается с помощью медкапсул. Ага. Ого, я что, и уж там, а? Я аж подпрыгнул от удовольствия. Количество медкапсул находится под индикатором здоровья. Так, ну здоровье я вижу, а где они? Указатель в верхней части экрана показывает направление, в котором находится ваша следующая цель. Данные маршрутки обновлены. Так, нажмите один, чтобы выбрать плазмомет. Чтобы выстрелить из плазмомета, не целясь, нажмите и отпустите кнопку 3 для подрезятки плазмомета. Нажмите и удержите кнопку 3, затем наведите его на жертву, стреляйте, находясь в существенный урон противнику не прицелить. Неприцельный выстрел расходует больше энергии. Все понятно. Нижний левый индикатор показывает количество. Так. Где ты? Впрочем, на охоте тебе предстоит заряжать плазмомет и мины от источников энергии. Коснить так, чтобы произвести мощный выстрел из... Так, значительный противник. Чтобы оказаться от прицельного выстрела, нажмите Shift, прежде чем отпустить кнопку. Ага. Пока нормально идем. Не! Какое-то копье в рот засунул. Нормально. Кнопку 2 надо удержать. Добивание жертвы, ты уязвим. Да. Да. Пока нормально идем. Ты заслужил право называться воином. Ты прошел испытание. А, ну все. Я воин. Ты принят. Так, тревожный сигнал группы. Куда, мать его, двигаться? Подходящие указателями. Подождите. Ни хрена не понимаю. Чтобы перепрыгнуть к указателю цели, нажмите пробел, удерживая левый shift, вы должны находиться достаточно близко. Ага, shift. Сначала shift. А невидимость? Невидимость, ребята, как я буду на V? По-моему, невидимость. Так, есть
трофейные пояса ваших предков, соберите их и получите награду. Ага, вот у этого были. А что за награда, я, конечно, не знаю. Ну хотя у этого, у человека были коммуникаторы, собирать надо было. Ага, хищник повержен. А, вот это, кстати, мы стреляли. В первой части, если вы посмотрите, вы увидите, как я разношу нахрен этот корабль. Выходи, ублюдок. Один выстрел от корабля, ни хера не остается. Кстати, в данный момент игрок первый, который десант, он находится под кораблем, под моим. Маленький такой корабль. Вот он там находится. Охренеть, это получается как вторая часть. Тоже все в одной куче. Это, кстати, очень даже хорошо. Пиво кончилось. Мне пока нельзя добавку. Что так грубо-то? Помягче надо быть, помягче. Так, для изображения Z существует три степени увеличения изображения, все они помогут улучшить, разглядеть территорию. Так, понятно. Все понял. Продолжаем патрулировать. Ну, сержант, поищем ксеноморфа. Думаешь, что говоришь, рядовой? Черт забыл. Да тихо ты. Ладно, первый блин комом. Охренеть, они валят, это хорошо. Поищем ксеноморфа. Думаешь, что говоришь, рядовой? Черт забыл. Ты же уже с ними встречался. Да меня не ксеноморфы. А кто? Те, кто уничтожил Марло? Да. Без предупреждения. Бах! И все. Нет Марло. Противник побеждает. Придержите их! Вот так. Других оружий у меня пока нету. Я не совсем понимаю, конечно, где мне тут энергию пополнять. Да не так. Спокойно. Помни, чему тебя учили.
Так, поверху. Так, выберите так. Поглядитесь по сторонам и выберите, куда вы хотите выманить десантника. Выходи, ублюдок. Держись, я уже иду. И что у нас тут? На. Понятно. Опорная работа, в общем. Ага, восстановили энергию. Все, понял, как мы теперь восстанавливаем энергию. Что-то мы с него поимеем, да? Это кто? Еще один хищник. Или чужой? Стой, куда ты? Так. Да я даже ничего и не ставил нахуй. Блин, не понимаю, я, конечно, блин, вот это. Так, собрать предметы с тел. Мы позволим людям украсть наши технологии, превратить так микробрата в режим самоуничтожения. Ну так я перевел. Thank you.
На. Давай. Вали эту тварь. Что-то прыжки какие-то только одни у него. Блин. На. Потихонечку всех уничтожаем. Ни хрена. Блин, сложновато, да? Давай, блин, ни копья, ни хрена нету. Через вырвал одну. Твою мать. Бля. Ломаем его нахрен, все. Да. Охренеть. Так, что у нас здесь есть? Охранное заграждение обесточено. Все на монстры прорвали защиту. Белые, как и положили. Орудие 4.
Блять, полностью функциональный. Лейтенант Джонсон погиб. А вот здесь я был, да. Не снижаем численности. Внимание, КДВ. Защита восстановлена. Но будьте внимательны. Восполняем. Внутри все равно могут быть враги. На. Вы потеряли контакт с одним из бойцов. Узнайте, в чем дело. Так. Подожди. Ни хрена он меня завалил-то. На раз, два. Слышали? Внутри все равно могут быть враги. Давай, восстанавливаем. Вот он идет. Против. Не договорил. Что за чертовщина у вас там? Ответьте кто-нибудь. Я тебе. На. Где кто? Так, а задача-то какая? Получить так доступ в главное здание. Отзовитесь, как слышно. Так, понятно. Пойдем. Вот так вот можно было. Все понял, это высвечивается все то, что мне надо. Что там такое происходит? Неконтролируемое проникновение. Дверь открыта.
где-то. Не снижаем бдительности. Вот так. Пока вроде, ну это это считается еще легко пока. Так, поясов они разбросаны по всей галактике, отмечают охотничьи там территории, соберите их все. Чтобы воспользоваться сканером сетчатки, нужна голова офицера. Чтобы получить ее, необходимо произвести добивание. Для этого подойдите к офицеру и нажмите Е. После появятся подсказки. Убив его другим способом, вы провалите задание. Что там было? Огонь на подавление! Вот так. А куда мне здесь надо идти? На улицу куда-то, да? Найти способ. Так, данные маршрути обновлены, чтобы обойти систему безопасности. Да. Боксировал его. Много чужих развелось, много. На. Восполнил. Что-то взял. Вот. Так, голову приложили. И это место стало знакомо. Кстати, вот эта штука Батрада была разбита. Рассыпаться цепью. Прочесать сектор. Осторожно.
Ну и... Еще бы! Жители колонии годами сбрасывали сюда отходы. Смотри, там какое-то движение. Ответьте, капрал! Доложите обстановку! Периметр под контролем. Держи вас в руках. Мы восстанавливаем подачу энергии. Прикройте нас! Вас понял. Блин, блинский. Блин, еще и пробить не может нахрен своим мега оружием. Вот так вас всех.
Так. Вот так, вас понял. Ясно одно. Это не человек. Думаешь, поблизости еще такие есть? Надеюсь. Но ты не знаешь. Тут есть хоть кто-то, кто не хочет? На. Вы слышали? Вот так. Высосал всю энергию. Убил. Прекрасно. Сейчас помрешь. Нажмите 2, чтобы выбрать мину. Чтобы заложить мину, нажмите клавишу 3, чтобы подорвать заложенную мину, и держите несколько секунд. Надо только не забыть. Так. Подожди. Блин, близко. Блин. Давай. Сюда. Здесь мы все забрали. Ё-моё.
Как вот если не убиться? Зарядился. Давай, беги. Смена магазина. Ага, вон он что. Блин, я взял еще и ударил. Охренеть. Снижаем бдительности. Десант, не расслабляемся. Вот он. Вы меня видите, там мат твою. Не снижаем бдительности. Сюда! Уже иду. Мне нужно прикрытие! Смена магазина! Давай, мать!
Сейчас еще двоих нахрен тут подцепить. Не снижаем бдительность. На. А может, мне и не надо было их убивать. Мне кажется, их и не надо было гасить-то. Вот тебе и хищник. А это то ли хищник, то ли чужой, то ли полу-полу. И то, и другое, понятно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.